Витископ. Мы живем сегодня в рыночной экономике, мы живем сегодня в открытой экономике, мы сегодня живем в стране, которая в ближайшее время, я надеюсь, станет европейским рыночным государством. И наша задача – поставить спорт на службу нашей стране, на службу общинам и на службу отдельно взятому гражданину. Причем можно поменять порядок, то есть человеку, общине, государству. И цель реформы – создать тот инструментарий, который позволит решить все задачи, которые позволят каждому отдельному нашему гражданину иметь возможность при желании заниматься спортом, иметь доступ к этому, общинам решать те вопросы, которые они могут решать при помощи спорта, и снижение преступности, и профилактика заболеваемости, и решение вопросов социальной сплоченности. И это далеко не только вопросы спорта высших достижений. Хотя, конечно же, спорт высших достижений тоже для страны решает очень серьезные вопросы ее престижа, ее узнаваемости на международной арене, сплоченности внутри страны, поскольку наши рекорды объединяют страну внутри. И, конечно же, это пример для миллионов мальчишек и девчонок, для того, чтобы идти в спортивные залы, на спортивные площадки. Поэтому наша задача, цель реформы – трансформировать из постсоветского состояния наш спорт в рыночную европейскую экономику и поставить спорт на службу нашей новой, возрождающейся, точнее, наверное, строящейся стране. Витископ. Спортивное видео.